Актер сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на автоинспектора. По словам журналистов, инцидент произошел вчера прямо в центре столицы. Лавров имел при себе холодное оружие, которым угрожал сотруднику. На происходящее обратил внимание проезжающий мимо патруль полиции. Как сообщают СМИ, прогуливаясь по набережной, 44-летний Андрей Лавров внезапно набросился с ножом на сотрудника военной автомобильной инспекции. По предварительной информации, артист подошел к стоявшему на посту инспектору ВАИ, военной автомобильной инспекции вооруженных сил, и начал угрожать ему холодным оружием, обещая убить его. «Вызови ментов, мне терять нечего, я тебя резать буду», — закричал Лавров и приблизился к инспектору на расстоянии менее метра. Однако ситуация быстро разрешилась. Звезду сериала «След» задержали сотрудники правоохранительных органов, которые оказались неподалеку. Теперь ему может грозить ответственность по статье об угрозе убийством. Напомним, что Лавров известен публике, как актер театра и кино, широкую популярность ему принесло участие в телесериале «След», а также в проектах «Садовник» и «Собр». В 2001 году артист окончил ГИТИС, а позже работал в Московском драматическом театре «Бенефис». Известно, что Андрей является кандидатом в мастера спорта по силовому троеборью. Андрей Лавров наиболее известен по телесериалу «След», в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в других сериалах «Кулагин и партнеры», «Бункер» или «Ученые под землей», «Братья по-разному» и «Молодые и злые». К слову, в нападении с холодным оружием ранее был замечен коллега Лаврова, Сергей Черков. Артист, будучи в нетрезвом состоянии, напал на супругу. В итоге Черков поранился сам, а прибывшую на место происшествия полицию попросил не проводить проверку по данному делу. Подписавшись на канал, следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий.